Как включить подогрев сидений Ford Focus? Эти вот эти штуки отвечают за подогрев сидений. Я думаю. То есть если мы включаем один, другой, три, четыре, пять, максимально. Здесь тоже один, два, четыре, пять. Вот это. Да, максимальное подогрево сидений. Можно вообще отключить. Эти совсем отключили подогрев сидений. Ну, поставить на единичку там слегка, а на 5, когда совсем холодно. Вот такие вот подогревы сидений есть в Ford Focus.